В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шератон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Все четыре банка, зарегистрированных в Башкирии, в октябре этого года нарастили чистую прибыль. Наибольшие темпы роста зафиксированы в Промтрансбанке почти на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, убытки кредитной организации сократились почти на 14 миллионов рублей, до 133 миллионов. На 6% или на 24 миллиона выросла прибыль Социнвестбанка. Плюс 4% показывает Уралкапиталбанк. Доходы превышают расходы на 52 миллиона рублей. По данным портала Банки.ру, данное кредитное учреждение единственное в регионе работает с прибылью. Наибольший рост прибыли в денежном выражении в Башкомснаббанке – почти 50 миллионов рублей или 2,5% по сравнению с прошлым месяцем. В то же время размеры активов банков из Башкирии в октябре изменились незначительно, в пределах 1,5%, за исключением Промтрансбанка, активы которого уменьшились более чем на 18%, с 8 миллиардов 700 миллионов до 7 миллиардов 100 миллионов рублей. В продолжение банковской темы. Агентство по страхованию вкладов передало акции банка «Российский капитал» Росимуществу. Вместе с ним ведомству отошел и Уфимский Социнвестбанк, который на 100% принадлежит российскому капиталу. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, это промежуточный этап в процессе смены собственника. До конца года Росимущество передаст банк агентству по ипотечному жилищному кредитованию, а АИЖК, в свою очередь, планирует передать ему ипотечный бизнес. На 2018 год планируется запустить первые продукты цифровой ипотеки под брендом «Дом.РФ». Перепрофилирование в ипотечный банк Социнвестбанка маловероятно. По мнению экспертов, в Башкирии таких кредитных организаций и так достаточно. А вот вопрос о передаче части акций банка в собственность республики пока остается открытым. Напомню, в начале года власти региона вели с Центробанком переговоры о покупке блокирующего пакета. Регулятор одобрил сделку, однако в июле в согласовании отказал. К другим темам. Дополнительные дивиденды «Башнефти» в сумме более 1,5 миллиардов рублей в республике, скорее всего, направят на социальные нужды. Предварительные данные нашему телеканалу дали в региональном Минфине. По информации ведомства, 6,6 миллиардов рублей дивидендов поступят в бюджет республики в декабре. Отмечу, изначально была заложена сумма в 5 миллиардов. Общий размер промежуточных дивидендов «Башнефти» за 9 месяцев – 26 миллиардов 300 миллионов рублей. Это первые после перехода под контроль Роснефти выплаты компании держателям обыкновенных акций. И информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар оценивается в 58 рублей 8 копеек, евро 67,52. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в Урал в Уральском банке реконструкции и развития за 58,45. Продажа в Россельхозбанке за 58 рублей 9 копеек. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в Уральском банке реконструкции и развития за 67 рублей 88 копеек. По продаже также в Россельхозбанке и банке телекоммерции. Коммерц за 67,39. Следите за новостями вместе с РБК. Главные новости региона 8 раз в день.